Всем привет! С вами канал Art Money. Скажи, Димочка, я тут занимаюсь распотрошением коробочки. Прежде чем выбросить коробку, ее надо распотрошить. Да? А мама тут делает хлебушек. Ну вот сейчас мы как раз с вами ему и поможем. Вот тут остается мука. И ее надо вот так вот убирать. Иначе потом будет тесто, а мука останется по бокам. Тесто поднимется. Ну подожди. Подожди, я занята. На. Сейчас оно начнет мешать. Я подпрыгну вместе с камерой. Чуть-чуть, видите, грязненькое. Вот у нас сегодня будет хлебушек. Сын попросил хлебушек. Мы там снова несколько дней болели. Вот. Вот ему наконец-то стало лучше. Так вот, так. Тепленько уже. Чувствуется. О, там чувствуется уже, что тепло там. Хотя еще ей мешать 21 минуту, да, еще. Мешать ей, по-моему, да? Что ли, или нет? Не помню, короче. Чего? Ну, ты большие тоже давай, разрывай. Да, скажи, а была эта коробка? Вот такая вот. Вот такая была коробочка. От таблеток мама пропила все три коробочки. На нее, кстати, есть отдельный ролик. Будет, выйдет там где-то. Да, витамины там, БАД, все такое. Нет, подожди, это пока не надо. У тебя пока та есть, давай. Ты стой, разберись сначала до конца. Ну, ты дальше давай рви до мелких. Это вот что такое большое? Вот это вот большие вот. А то не поместится в нашу мусорку-то. Вот тут у тебя еще вот большие. Вот большая. Вот большая. Давай. Мелкую моторику свою развивай. У таблеток вон осталась еще фольга. Вот, вот еще какая-то. Там вон какая вон бумажка лежит. Огромная. Да? Да. Что, она не рвется, что ли? А, она не рвется у нас фольгой. Мы ее вот так выкинем. Кофе, да, я тут пила. Букет у нас тут стоит. Красивый. Вчера мы цветы мыли. Эй. Дима, не надо так все. Сейчас все как улетит за стол. Что, не рвется, что ли? Ося. Потрошитель. Давай.
Вот здесь я собираю сумку на дачу. Завтра, может, вернее, сегодня вы уже увидите, как мы попадем на дачу. Всем привет, с вами канал Артмани. Короче, взяла фотоаппарат на всякий пожарный. Зарядка для сотового телефона, для видеокамеры на всякий случай. Селфи-палку. Не знаю, кстати, она там у меня... Горит, она заряжена. Все хорошо. Для нее, по-моему, не обязательно брать. По-моему, от нее штекер подходит для телефона. По-моему, у них один. Вот. Здесь будет. Так. Взяла я старую камеру. Это чтобы записывать песни птичек. Я на нее всегда записываю. Она очень хорошо записывает. Для нее зарядка. Так, еще я возьму беспроводные наушники. Когда Дима в обед будет спать, я хочу послушать музыку. Наверное, скорее всего. Так, здесь я взяла лекарство Димина. Дима сейчас пьет у меня фермент. Взяла батарейку для вот этой камеры, которая снимает дополнительная. И взяла мазь, потому что у него периодически что-нибудь выскакивает после вируса. Вот, к врачу, там мы как сможем, так попадем. Надо, видимо, все-таки сдавать кровь. Так, здесь я взяла Димину обувку, кроссовки на вечер, днем сандалики и шортики, трусики. Сейчас еще за штанами пойду. Себе взяла майку, шорты взяла и майку, в которой спать буду. Еще за мной щетку останется взять. Вот такая вот штуковина. Сюда я положу зубную щетку свою. И тоже уберу туда. Вот. Короче, так вот. Собираемся на дачу.